Сегодня в меню морковный фреш. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Морковь 3-4 штук. Сироп 1 чайная ложка. Сливки овсяные 100 мл. Вместо овсяных сливок можно взять кокосовые, небольшой жирности, или 1 столовая ложка орехового масла. Сироп в качестве подсластителя выбирайте на свой вкус, можно вообще обойтись без него. Получается нежный сливочный коктейль, который обязательно понравится вам на вкус. Подготовьте указанные ингредиенты для морковного фреша. Морковь очистите от кожуры, затем нарежьте на ломтики среднего размера. Выжмите из моркови сок с помощью соковыжималки. Добавьте в сок сироп и овсяные сливки. Хорошо перемешайте. Морковный фреш готов. Морковный фреш – это не просто вкусный напиток, но еще и полезный. Морковь богата витамином А, но усваивается он только вместе с жирами. Поэтому приготовим морковный фреш с овсяными сливками. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!